Результатами внедрения UDS в сеть клиник для детей и взрослых MediArt поделится партнер компании Global Intellect Service в статусе директор первого уровня, дипломированный специалист по рекламе и пиар, учредитель консалтинговой компании «Правильный маркетинг». Хасянов Равиль, встречайте! Ну, я предлагаю погромче поаплодировать начало все-таки всем второй привет! Части. Покушали, наелись? Ура! Ребят, я надеюсь, что у вас хорошее настроение. Я расскажу кейс сети медицинских клиник MediArt и как UDS помог хорошо и быстро перейти компании в пандемию, естественно, да, в онлайн. Сеть медицинских клиник MediArt в городе Москва. Это 8 клиник на западе Москвы, 5 из них для взрослых, 3 клиники для детей. Кто успеет, сможете сканировать QR-код компании. Кто не успеет, в принципе, этот QR-код вы еще обязательно получите. В первый год у клиники результаты были следующие. Как вам такие цифры? 60 пациентов за целый год. 22 транзакции и сумма оплат 42 404 рубля. Как вы думаете, почему такой кейс получился? Почему такие замечательные цифры? Сейчас фрукты полетят. Да, на самом деле, просто компания зачем-то взяла себе UDS и с ним почему-то не работала. А очень важно понимать, что UDS не работает у тех, кто не работает с UDS. То есть если с UDS работать, это все-таки инструмент, да, тот инструмент, который помогает как раз компании улучшать свой бизнес. И если с этим инструментом работать, то можно получить действительно очень хорошие результаты. И вот на самом деле действительно заканчивался год, когда у них была выкуплена лицензия с годовой абонентской платой. И я пришел в эту компанию поговорить о кросс-маркетинге, потому что тогда я внедрял в кафе-караоке библиотека, которая находится рядышком, да, и пришел к ним поговорить о кросс-маркетинге. И как раз выяснилось в тот момент, что UDS у них почему-то не работает. Пообщались, порассуждали и решили все-таки попробовать внедрить, но уже как бы профессионально, да, уже поработать с этим инструментом. И сформировали уже прям задачи, которые, соответственно, нужно было решить. Да. Сформировали задачи, обучили персонал, это очень важно. Каждый предприниматель должен понимать, что, по сути, персонал — это тот, тот инструмент, который стоит между вами и вашим бизнесом. Поэтому этих людей обязательно нужно обучать, обязательно нужно мотивировать, и тогда они действительно начнут хорошо работать. Естественно, оформили полиграфию и получили тогда уже следующие результаты в двух филиалах. Пока что мы тестировали UDS в двух филиалах. И за 3 месяца мы получили вот такие результаты. Оцифровали 3580 пациентов. Из них по UDS оплатили 3454 человека. Всего транзакций было проведено 5224. То есть уже немножко другие результаты, да? Причем как бы за 3 месяца. Вот. Но в тот момент, кто помнит 2019 год, грянул тот самый, о ком нельзя говорить. В UDS точно нельзя, да? Кто-то, может быть, да, пытался через UDS написать что-то о ковиде, и, соответственно, появлялись звездочки. Вот, грянул коронавирус. Предприниматели, наверное, помнят, как сразу упал пациентопоток. Ну, у кого-то, в принципе, бизнес упал, да? MediArt работали, и, соответственно, пациентопоток в этой компании упал на 60%. Естественно, компания подумала о том, как же срочно, быстро и оперативно выйти в онлайн. В первую очередь нужно было сохранить пациентов, нужно было запустить консультации онлайн и запустить простую, удобную оплату в онлайне. Ну, то есть, по сути, запустить интернет-магазин. Но рассматривая готовые решения, как бы все схватились за голову и поняли, что, в первую очередь, если рассматривать готовую телемедицину, например, да, с готовыми онлайн-консультациями, оплатами и так далее, это, во-первых,
дорого, потому что нужно подключить, ну, там, от 100 тысяч подключений, плюс потом еще должны платить процент от оплат. Плюс ко всему это дорого, а нужно прям очень быстро, оперативно внедрять сразу же онлайн-консультации для того, чтобы как бы пациентов вернуть, потому что их нет. Вот, соответственно, нужно внедрить, обучить и так далее. Это еще минимум 3 месяца, 3 недели. Ну и там до 3 месяцев все это шло. И тоже такое, знаете, то, что тормознуло еще этих предпринимателей, то, что оплата вот, денег пациента приходит компании через месяц. То есть она собирается в этом готовом решении, да, и потом через месяц предприниматель получает свои деньги. То есть они, соответственно, где-то там замораживаются на чужих счетах. Тогда я подумал и подсказал им идею, что в принципе есть уже те инструменты, которыми эта компания пользуется. То есть в первую очередь у них стоит UDS, в котором оцифровано, как мы с вами видели, 3000 клиентов. Как бы это те клиенты, которым в принципе уже можно донести информацию о том, что друзья, давайте вы к нам возвращаетесь. Да? И там есть уже прайс. Там есть платежный шлюз, куда можно разместить просто информацию об онлайн-оплатах, и, соответственно, тем самым этот платежный шлюз еще использовать, да, потому что человек заходит в интернет-магазин, оплачивает, и компания получает эти деньги на расчетный счет. Также у компании есть колл-центр, который всегда может рассказывать о том, что у нас уже есть онлайн-оплата, поэтому давайте-ка мы с вами проведем эту онлайн-консультацию. Дальше мы присоединили WhatsApp, через который тот же самый колл-центр передавал информацию о том, что, ну, передавал ссылку на эту оплату, и, соответственно, клиент мог спокойно оплатить. Ну и бесплатное решение – Zoom. Рассматривали разные решения – Skype, Zoom, там через WhatsApp, через Telegram, но очень важным было решением именно Zoom. Почему приняли именно Zoom? Потому что сам колл-центр формирует ссылку и становится таким неким контролирующим органом. В любой момент можно зайти в эту конференцию с врачами, соответственно, послушать, все ли происходит нормально, все ли довольны. Плюс ко всему, в Zoom можно сформировать ссылку прямо на полчаса, соответственно, прям именно консультация. Да? И плюс ко всему, ни врач, ни пациент не получают контакты друг друга. Это тоже было важно многим врачам. Ну и, в общем-то, многим пациентам, да и самой клинике, чтобы не было какого-то там сговора, да? Вот, соответственно, всю эту историю использовали. И уже на сегодняшний день мы получили теперь следующие показатели. На сегодняшний день в базе Медиарта оцифровано 8200 клиентов, 8200 пациентов. Из них оплатили по UDS 7500. Неплохой результат, но на самом деле не могу, к сожалению, показать все цифры. К сожалению, сам предприниматель тоже не смог присутствовать на данном мероприятии по техническим, скажем так, причинам. Да, все понимают, по каким. Очень многие, в принципе, гости тоже по этим причинам не смогли здесь присутствовать. Вот. Но, тем не менее, вот такие результаты на сегодняшний день мы имеем. Соответственно, через UDS прошло уже 18 110 транзакций, и онлайн прошло 232 транзакции на 863 600 рублей. Это то, что мы смогли получить именно с помощью доставки тестов на коронавирус и, соответственно, с помощью онлайн-консультации. И причем консультация до сих пор очень хорошо работает. Общая скидка в этой компании составляет 1%. Раньше были бонусные карты. Не бонусные, скидочные карты, от 5% до 15%. Соответственно, вы понимаете, какая составляла средняя скидка. Да? Ну, примерно 5-7%. Соответственно, мы можем определить, что действительно компания очень много сэкономила, только лишь перейдя на бонусную систему. И причем очень важно, что с помощью как раз UDS мы смогли перенаправить поток пациентов, потому что в бонусной системе стоит такая история, что можно оплачивать бонусными баллами только лишь процедуры и лабораторные, соответственно, да, только эти услуги. Но тем не менее, если нужно какого-то врача пропиарить нового, например, или какую-то новую услугу пропиарить, то, соответственно, компания высылает пуш-уведомление, что вы можете потратить бонусные баллы на услуги такого-то врача. И, соответственно, пациентопоток перенаправляется туда. Также, например, был случай, когда
Ну, вот в тот же самый коронавирус, да, в майские праздники компания ожидала, что пациентов совсем не будет. То есть будет ноль пациентов. То есть, соответственно, все будет простаивать. Тогда что мы решили сделать? В тот момент, конечно, сертификатов еще не было, но тем не менее мы начислили всем пациентам 1000 бонусных баллов и сказали, что эту 1000 бонусных баллов вы можете потратить на все услуги в майские праздники. И что произошло? Пациенты отменили свои поездки на дачи и пришли сюда, в этот Медиарт. Соответственно, пускай, может быть, мы подарили им 30% скидки, но тем не менее, соответственно, не простаивали наши филиалы, и, соответственно, компания свою прибыль получила. И на сегодняшний день повторно вернулись 2681 пациент, тоже принесли свою прибыль этой компании. Опять же, саму прибыль я, к сожалению, не могу указать, предприниматель сам попросил. Размещение в UDS именно как источник трафика в UDS компания Медиарт получила 273 пациента, из них оплатили уже 111 человек на общую сумму 1 142 000 рубля. Хотя я смотрел вчера, там уже на самом деле 1 600 000. То есть как бы этот показатель постоянно растет. У нас действительно очень хорошо до сих пор работают онлайн-консультации. И причем сейчас компания уже стоимость этих консультаций повысила. Соответственно, тут стоит понимать, что значит это хорошо работает. Значит, это действительно дает хорошие результаты. И тоже, исходя из этого, хочется еще, знаете, как сказать, не подсчитано, но подмечено, что в компании появились пациенты из других регионов. То есть помимо тех людей, которые вернулись с помощью, опять же, тех же самых онлайн-оплат, компания получила пациентов из других регионов. С помощью таргетинга направляли всю эту информацию, соответственно, в рекламу, да, и подсчитали, что действительно есть еще и люди, которым онлайн-консультация была действительно очень нужна в момент пандемии, в момент локдауна, да и на сегодняшний день они тоже активно пользуются услугами этими. И о чем я говорил, да, стало возможно перенаправить пациента поток. То есть это та история, которая позволяет компании очень хорошо, очень быстро и очень качественно проработать историю, когда, ну, даже если представить себе, что, например, у вас вечером, например, загрузка идет, да, или у вас конкретно в выходные много очень посетителей, в будние дни у вас этих посетителей нет, и с помощью UDS этот пациентопоток можно перенаправить. Да. Если у вас такой вопрос возникнет, можете подойти, я обязательно расскажу вам об этом. Вот. Еще раз. Код компании в UDS. Кому интересно, пожалуйста, сканируйте. Пожалуйста, пользуйтесь онлайн-консультациями, потому что здесь врачи действительно очень хорошо, качественно консультируют. Но будьте готовы к тому, что вас захотят привести в эту компанию, чтобы вас пощупать там. Будьте к этому готовы. В целом, хочется вас поблагодарить за то, что вы послушали меня, да? Подписывайтесь на мой инстаграм, задавайте свои вопросы, с удовольствием с вами поговорю, обсужу. И также записывайтесь на мои тренинги по внедрению. Тем предпринимателям, кому интересно изучить изнутри, как работает UDS, пожалуйста, тоже есть такая возможность. Уложился в тайминг, причем очень быстро, оказывается, в тайминг уложился, потому что мы все-таки готовили с собственником этот кейс. Но вот сложилась такая история, что, к сожалению, собственник немножко приболел. Благодарю вас еще раз за внимание. Да, всем желаю счастья, здоровья главное. Будьте здоровы!